Всем привет! Кто мне скажет, какая связь между сырым яйцом и зажигалкой? Две разных вещи. Ну так вот, сейчас я добуду огонь из зажигалки, стоящей на сыром яйце, при помощи автопогрузчика. И чтобы вы в этом убедились, что сырое яйцо действительно сырое, потом я его разобью в эту чашечку и выпью. Итак, сейчас я все подготовлю и покажу. Начали. Горит? Горит. Надо потушить, чтобы не нарушать противопожарную безопасность. Ну а теперь, чтобы вы убедились, что яйцо действительно сырое, вот такие вот дела. Всем удачи. Пока.